заключительная пара четвертьфинала Саяф и Лентос. Лентос, DJ Tactics, Beats and Vibes, поехали! Они видят софти, кто поют на работу, метро и софти. Я среди них одна, как суперсофтник. Все как ночной кошмар, в фильме про софти. Люди еще спят, они видят софти, кто поют на работу, метро и софти. Я среди них одна, все как ночной кошмар. Утром метро, народ не тронет, то поднимут вопли, вот он подневой, там сон, витком, вагон, нас тут погонят, и плевком легко, может водить лихвойчик, что любой, если не без ребро, то в глаз и в рот, такой замес там, что все на место, как на дрон. Больше не спой, постой, тут с двух сторон, бабули выдают такой экспром, что будет здоров. Жизнь не доволь, если проснулся в 7:00, и всем давно, совсем баблом держать контроль. Еще темно, еще весь город скован сном, в такое время в мире не дремлет только зло. Утром ветро, не как в рекламе Альданон. Тут каждый гном ведет себя как мастодон. Опасный ход, только за день такого пальцем. Здесь даже двери говорят, не прислонился. Ты и никто иной, утром ветро всему виной. Пусть с ними даже не знаком, таков закон. Оно не ной, купи жетон, пониже тон. И ни за что не пропусти аттракцион. На метатропов с 8:00 до 10:00. А я с утра всегда добра, как раз сама. Бегу с ним на свой нос задрав, как транспарант. С криком ура в душе, элэбэй до ушей. Для всех в этой траншеи действую, как мишень. Голодный щит, один лишь только видит вид. Мне из вещей нужен теперь видимо шлем и щит. Это инстинкт толпы, чтоб ты застигнут был, запомни. Хочешь спастись, то притворись одним из них, как зомби. Утром ветро, бодрит будто с водой ведро. Потух настроит вот, что горел во мне костром. Я встала в строй и баловство, забыв и радость. Нахмурю брови, спину ровно, не выделяясь. Люди видят сон. Люди ищут спят, они видят сон. И кто поют на работу, метро и сон. И я среди них одна, как суперсонник. Все как ночной кошмар. Люди ищут спят, они видят сон. И люди ищут спят, они видят зомби. Люди ищут спят, они видят сон. И люди ищут спят, они видят зомби. Это была Лента. Шум, шум, шум в зале. Это не та победа, за которую я приехала. Я хотела бороться на равных. Да, жестко хотела бороться на равных. Бескомпромиссно. Я была к этому готова. Вот, и победа типа из серии, ну, потому что он не смог, побеждаешь ты. Это не то, что я хотела услышать, показать или сделать здесь. Определены все полуфиналисты шоу. Их ряды пополнили Ив и Лентос.